В этом видео покажу три джелатерии. Джелатерия – это магазинчик с мороженым. И я покажу три самых лучших джелатерии, по моему мнению, в Риме. И это мороженое в этих джелатериях не просто вкусное, оно из натуральных и высококачественных продуктов. Конечно, туристу в Риме все будет вкусно. У туристов нет времени перепробовать все джелатерии Рима. За 3 года жизни здесь я перепробовала все за вас. Как непонятная погода, то очки, то не очки. Когда вы приходите в джелатерию, вам нужно выбрать размер. Первое. Размер есть маленький, это 2 вкуса, средний 3 вкуса и большой 4 вкуса. Дальше вы выбираете, вы хотите в конусе, в рожочке, коно называется, или капета. Это такая бумажная коробочка, типа баночки. И да, и вам дадут пластиковую ложечку. Хотите ли вы взбитые сливки или нет? Это все включено в цену, поэтому только по вашему желанию. В Риме в любом районе есть джелатерии, на каждом шагу, так же, как и бары. И все они хорошие, но есть, конечно, лучшие, это те, которые будут сегодня в моем видео. Navy Delight – это моя самая любимая джелатерия. Джелатерии есть, конечно, в каждом квартальчике, на каждой улице в Риме, но вот это вот находится, вот Пьяцца Кавур, площадь Кавур, и вот эта джелатерия. Navy Delight называется. Нужно взять номерок. Вот, 26. И вон там он определяется, номерок. Мы ждем очередь. Это зал. Можно сидеть здесь. Вот такой симпатичный зал. Можно присесть. Лучше я предпочитаю здесь остаться, потому что на улице очень жарко. Вот такая сетка какая. 4. Ну, вот такие вкусы здесь. Это сорбетто. Это фруктовые вкусы сорбетто. Вот есть такие вкусы. No, grazie. Sì. Aspetta un pochino. Ciao. Sì, perché io voglio fare video. Вот такие вкусы. Моя самая любимая – это забайоны, варигата, пистакио. Да. И цены вот такие здесь. 2 вкуса, 2,50 я взяла. Ну, можно 3 вкуса взять за 3 евро. Вот. Или кону, или вот такая как каперта. Гутила. Написано Alta Gelateria Italiana. Alta – это значит высокая. Здесь очень качественные натуральные продукты используются при изготовлении этого мороженого. Вот такие цены. Значит, 2 вкуса стоят 2,80. 3 вкуса 3,50 и 4 вкуса 4,50. Паны и сливки и шоколад уже включены. Вот такая красивая джелатерия, очень стильная. Кстати, вот когда они строили эту джелатерию, они жили в нашем бедмбрекосте.
Вот еще такие желато есть, малюсенькие, для тех, кто на диете. Вот. Я взяла, как всегда, пистакио и забайоны. Грация, Эльберчик! Ну и третья джелатерия в моем списке – это джелатерия «Ла Романа» от 1947 года. Она очень популярна и среди римлян, и среди туристов, и вы найдете ее на любых сайтах, среди отзывов, среди рекомендаций. Biscotti della nonna. Biscotti di zabaione? Sì. Vuole cioccolato? Sì. Che gusto mettiamo? Questo di biscotti di zabaione. No, scusa. Ci metto un po' di carne sopra? Ok. Un pochino, sì. Normale o zabaione, se vuole. Vuole la panna sopra? Наверху у них расположены все вкусы, которые имеются. Ну, я, конечно, их не буду перечислять, но все самые популярные у них есть. Грация. Да, это я передумала выходить на улицу, вспомнила, что у них здесь есть вот такой вот зал, где можно сесть и отдохнуть, потому что у них здесь еще есть блины, меню, чай, шоколад и кофе, все, что хотите, из напитков, то есть можно перекусить. Вот люди тоже отдыхают. Такое у меня мороженое красивое. Уютно здесь, в этом зале очень. Это место для детей. Да, доска, маленькие стульчики. Вот эти блины. Сейчас я не видела, что вы их готовили, но до карантина они были. Я ни разу не пробовала, хочу попробовать еще. Так, вот такая вот уютная джелатерия.